Знаешь ли, Лена, дети вырастают и улетают из гнезда. А нам с тобой приходится жизнь начинать заново. Мы еще молоды, у нас еще полно сил. Мы многое можем сделать. Это я тебе как врач говорю. Да хорошо было, если бы они улетали, оперившись. Мой-то вообще желторотый птенец. Ну, это ж такое учудить. Взял, бросил невесту. Связался с какой-то сомнительной девицей. Ой, боже мой, разве это поступки взрослого человека? Лена, речь идет о нас с тобой. А что? Я, мне ничего не нужно. У меня вот есть ты. И мне этого достаточно. А мне недостаточно. Нет. Давай поженимся. Ну что тебя сдержит? Ну сколько у нас осталось той жизни? Давай проживем это время счастливо, свободно, как люди. Нет, подожди секундочку. Ты же только что говорил, что мы молоды. У нас много сил, у нас вся жизнь впереди. Я отрекаюсь от своих слов. Мы старые и дряхлые. Нет, и у нас ничего нет впереди. Нет, и нам надо ценить каждое мгновение наше с тобой. Хорошо тебе говорить. Ты свободен. А мне каково? Ты же не любишь своего мужа. Ты любишь меня, да? Ты любишь меня? Я люблю тебя. Вот. Так что тебе мешает? Почему ты не можешь уйти от него? Но... Ты что-то скрываешь? Это же может как-то навредить ему. У него же такая должность. И потом... Подожди, ты знаешь, он болен? Да? Да. Я первый раз слышу об этом. И чем же он болен? Ну, у него бессонница, там нервы. Вообще, нервы. Он очень много курит, да. И плохо выглядит. Да, бессонница, нервы. Да. А кто этим не болен? Тем более человек, находящийся на такой работе, как твой муж. Ты знаешь, он брал у меня твой телефон, он, наверное, тебе скоро позвонит. О, прекрасно. Он мне позвонит, я его вылечу от всех болячек. И тебя уже ничего не будет связывать с таким здоровяком. Ты спокойно от него уйдешь. Обещай мне только, что ты мне расскажешь всю правду о его здоровье. Вот какой бы ужасной она ни была, ты все мне скажешь. Да. Обещаешь? Обещаю, обещаю. Только у меня такое чувство, что ты все-таки любишь его, а не меня. Нет, я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Но просто он же мне тоже не чужой. Мы с ним прожили 20 лет. Мы с ним родственники на всю жизнь. Хочешь ты этого или нет? И хочу я этого или нет? Ты кого-то ждешь? Нет. Здравствуйте. Мне бы хотелось Семен Яковлевича. Это я. Очень приятно. Меня зовут Юрий Владимирович. Ваши координаты мне дали Сергей и Елена Мазаева. И вас рекомендовали как хорошего знающего врача. Ну да. Человек-то действительно знающий. Только я не понимаю, почему же вы не позвонили по телефону и не договорились со мной о встрече. К сожалению, я не могу вас принять. У меня другие пациенты. Вы меня извините, что вот именно домой, без звонка, но в клинику я никак не мог дозвониться. Ну, вы бы оставили свой телефон, я бы нашел вас. Понимаете, дело-то, собственно, сугубо конфиденциальное. Вообще, я бы хотел без всяких клиник, а ну, только на дому. Я понимаю. Значит так, приходите ко мне во вторник в 19:30. Я вас прошу... Мне бы хотелось, чтобы именно сегодня вы меня приняли. К сожалению, это невозможно. У меня пациент. Ну, поймите меня, я прошу настоятельно, чтобы именно сейчас. Дело такого свойства, вы поверьте, мне очень нелегко было этот визит к вам нанести. Извините, конечно. Ну, хорошо. Только вам придется подождать на общей кухне. Пока я освобожусь. Прошу вас. Ничего, ничего, ничего. Благодарю. Спасибо.
Боже мой, как я боюсь твоего соседа. Не волнуйся, это не сосед. Кто? Это пришел человек по рекомендации твоей и твоего мужа. Кто это? Некто Юрий Владимирович. О, ты знаешь, кто это, а? Нет, я не знаю, кто это. Это же муж моей лучшей подруги и друг Сергея. Ну, ты представляешь, что будет, если он меня здесь увидит? Не волнуйся, он тебя не увидит, он сидит на кухне. Ты пройдешь незаметно. Хорошо, пойдем. Так значит, Сергей меня не обманывал, действительно брал телефон для Юрия. Ну, успокоилась? Теперь ты не волнуешься о здоровье своего мужа? Нет, я не волнуюсь. Но почему же он тогда так нервничает? Он все время курит. Он озабочен здоровьем своего друга. Пошли. Мать ходила к отцу Юлика и требовала, чтобы он повлиял на него. Мало того, она еще натравила на него участкового милиционера. Участкового? Угу. Ну, это она, конечно, перегнула палку. Но ты ведь ее тоже должна понять. Понять ее? Как можно понять человека, который стучит участковому? Она же беспокоится. Беспокоится за тебя, за твою судьбу. Все с вами понятно. Вы с ними заодно. Постой. Инна. Да все с вами ясно, дядя Сережа. Проходи. Спасибо. Садись в кресло, устраивайся удобно. Сейчас Надюшка придет. На, можешь посмотреть вот журналы. Ну, я не к Наде пришла, к вам. Ко мне? Ну что ж, очень хорошо. У меня сейчас есть как раз свободное время. Давай поговорим. Спасибо. Ну как ты? Какие у тебя впечатления от города? Самое большое впечатление – это встреча с вами. О, я уже, кажется, стал достопримечательностью. Может, для кого-то и нет. Я приехала в Москву только ради вас. Ради меня? Как это? Я вас люблю. А, я понял. Вы с Надюшкой решили меня разыграть. Ну что ж, очень смешно, но я на эту удочку не поддался. Никакой это не розыгрыш. И Надя тут ни при чем. Я вас люблю. С 6-го класса. С 6-го класса? Да, все девчонки мечтают, как они выйдут замуж. А я тоже мечтала. Но только я со своим мужем представляла вас. Илоночка, я женатый человек. Ну и что? Вы же с ней несчастны. Она же не дает вам настоящую любовь. А я дам. О, Галина Савельевна. Ну подождите, куда же вы? Ну давайте договорим. Мы еще не договорили. Галочка! А у нас Илона в гостях. Ранение-то было в 42-м, а я уж потом и женился, и дочь родил, ей уже 18 лет. Все эти годы с женой жил, и вот на тебе. Ну, импотенция может вызвать целый букет причин. Тут и недолеченное ранение. Тут и чрезмерное употребление алкоголя, нервная ответственная работа. Кроме того, тут могут быть и причины психологического характера. Вот сделаем анализы и выясним. Угу. Ты будь с ней все-таки поделикатнее, понимаешь? Девчонка просто в шоке. Может, таких дров наломать. А ты же, наверное, знаешь, что это именно ты подослала к ней участкового милиционера. Ну хорошо, а что мне делать? Ну что мне делать? Что? Черт. Да черт. Ну иди-ка сюда, иди ко мне. Я тебя успокою. Я тебя служу на время твой пыл. Испанночка, ты моя. Ну, ты знаешь, я же
Я пытаюсь с ней говорить спокойно, но она же ничего не хочет слушать, поэтому мне приходится прибегать к таким методам. Ну, знаешь, все средства хороши. И потом, я же не хочу, чтобы моя дочь связалась свою судьбу с каким-то антисоветчиком. Я не удивлюсь, даже если он окажется какой-нибудь валютчик. Ну, хорошо, хорошо. Инна ведь сама пришла ко мне со своими проблемами. Теперь у меня развязаны руки, я вполне могу поговорить с этим. Никогда не думала, что в нашей семье может быть такой раздор. Ну, мне кажется, для нашей семьи, а уж тем более для нашего времени, это нормально. Что нормально? Что нормально? Когда родители по одну сторону, а дети по другой, это нормально? Лен, невозможно нескольким поколениям плясать под одну и ту же дудку. Все вокруг изменяется, кроме наших родителей. Ну, это ужасно. Ну, не знаю, я не вижу теперь пути к примирению. Я не знаю, ты говоришь, все меняется. Может быть, и ты когда-то изменишься? Изменюсь. Ну вот. Но боюсь, что не в сторону родителей. Ну, слишком глубокая пропасть между нами пролегла. Да. Или слишком черная кошка пробежала. Вообще, признаться, я этого не ожидала. Если бы мне 5 лет назад кто-нибудь сказал, что мы так прочно поссоримся, честное слово, Лена, я бы бросила в этого человека камнем. У меня до сих пор это в голове не укладывается. А теперь привыкла. Как можно к этому привыкнуть? Как? Извечная проблема. Отцы и дети. Ни мы первые, ни мы последние. Может быть, в других семьях это возможно, но только не в нашей. Ну, чем же это наша семья не такая, как все, Лен? Тебе тоже не стоит идеализировать наших родителей. Не такая. Я всегда так думала. Я сейчас так тоже считаю. Ленка, ну ты все-таки неисправимая идеалистка. Ну, что делать? Вот такая. Ну, пора повзрослеть и снять розовые очки. А я не хочу. Я хочу верить в хорошее. Только в хорошее. Я считаю, что наша семья лучшая в мире. И всегда так считала, и в детстве тоже. Ну, я в детстве, Лена, тоже так считала. Но мы не дети. Наши родители самые лучшие. Наш папа самый сильный, самый добрый. Мама самая красивая, самая умная. У меня самая смешная и милая сестренка. А сестренка оказалась не смешная и не милая. Ну, перестань, ну, пожалуйста. У меня этот раскол ваш меня просто убивает. Я даже среди ночи просыпаюсь и думаю, за что на нас все это свалилось, за что? Ну и относись к этому философски. Я относилась, хотя мне это было трудно. А сейчас, когда речь идет о тебе и о твоем ребенке... Вот именно, о моем ребенке. Хорошо, Сергей Никитич, я вынесу этот вопрос на заседание партактива. Ну что, на сегодня все? Ну, мы с тобой, Миша, сегодня неплохо поработали, можно и по домам. Слушай, я тебя хотел спросить одну штуку. Давай спрашивай. Как там у тебя продвигается дело с твоим братом? С каким братом? А, все, прости. Умолкаю. Вопросов нет. Нет его больше. То есть как нет? Пропал. Растворился. Не объявляется и не звонит. Ну и слава богу. Я же тебе говорил, если потянуть резину, то он все поймет и исчезнет. Ха. Да, все он понял. В первую очередь то, что я его предал. Прекрати. Он требует от тебя совершить преступление. А какое он имеет на это право? Ты же его брат. Он же должен думать о тебе. А требовать такую большую жертву и подставлять под удар родного брата. Это, прости меня, знаешь, как называется? Свинство. Это я тебе как боевой товарищ говорю. Я думаю, что он все это понял и отступил в тень. Тяжело мне, Миша. Ясное дело, что тяжело. В тот у меня тяжело. Ладно, ладно, не принимай все так близко к сердцу. Знаешь, инфаркт можно схлопотать. Мы с тобой уже не мальчики, у нас возраст. А поступил ты, по-моему, правильно. Тут правильно, правильно. Что за слово «правильно»? В нем есть смысл. Ну ладно, не мудрствуй. Тут душу растеребишь себе. Лучше выпей и успокойся. Давай, держись.
все-таки не представляешь, какая это ответственность. Лен, я уже устала от этих общих слов о материнстве. Я знаю, что ребенок — это большая ответственность. Леночка, ну я не ребенок, мне не 17 лет, а 30. Но все равно, ну ты многого не понимаешь. Женщины, у которых нет детей, они представляют себе материнство несколько иначе, чем это на самом деле. А женщина, родившая, она смотрит на мир другими глазами. У нее как будто новый клапан открывается. И ты туда же, да? Ты пожалеешь потом, что ты не обратилась за помощью к родителям. Что ты не сообщила им это радостное известие о своей беременности. Что ты вообще прошла этот путь без них. Возможно. Ну, значит, я позвоню родителям, когда у меня откроется этот клапан, и я посмотрю на мир другими глазами. А зачем ждать? Зачем? Родители могут тебе серьезно помочь сейчас. Не только материально, но и, что не менее важно, морально. Потом, ну что ж ты забываешь? Они же не вечные. Стоп. А вот это уже спекуляция. Просто мне вас так жалко. И вас, и себя. Ой, ну себя-то почему? Не знаю, я так вас люблю. Лен, ну я столько лет жила без них, и сейчас не пропаду. Ну так родители же существуют не для того, чтобы им постоянно доказывать, что ты можешь прожить без них. А для чего, Лена, существуют родители? Родители существуют... Да. Я не знаю. А я знаю, Лен. Зачем, чтобы любить и прощать? Особенно, когда прощать-то не за что. Так это же можно сказать и о детях. Но я же не разыгрываю себя смертельно обиженную. Ну так ты позвони им, а? Я не буду им звонить категорически, ты меня поняла? Зачем мне это надо? Но они могут тебе помочь. Помощь от них никогда, даже мне не заикайся об этом. Ну, а от нас ты можешь принять помощь? Мы с Сережей хотели дать тебе немножко денег. Это для малыша, для тебя и для Кости. Это чьи деньги? Наши. Это они тебя подсунули? Нет. Отец? Нет. Им совесть спать мешает, да? Они этими деньгами себе снотворные покупают. Зачем ты так? Это наши деньги. Пожалуйста, возьми. Возьми, пожалуйста. Честно? Честно. Пожалуйста. Спасибо большое. Да, отказываться от денег у меня сейчас как-то не очень получается. Но я тебя предупреждаю. Я беру только в долг. Разбогатею, сразу верну. Конечно, конечно. Хочу купить Косте удобную кровать инвалидную. Очень хорошо. Слушай, я так боялась, что ты не возьмешь. Мне просто сейчас гора с плеч. Ну ладно, ладно, мне пора. Сейчас должен прийти профессор смотреть Костю. Ага. Ну хорошо, все, пока. Давай, я тебя провожу. Может быть, сделаем эксгумацию останков, где похоронен Завьялов? Зачем? Ну, чтобы узнать, похоронен там или нет. Если мы найдем останки, значит, мы идем по ложному следу. Долго. Потом могила братская. Там же лежит 50 человек. Все свалены в кучу. Кости перепутаны. На 100% даже не узнаешь, Завьялов это или нет. Нет, а потом проделать кучу работ для того, чтобы понять, что идешь по ложному пути. Не годится. А какие у тебя будут предложения? Есть план какой-то? Что нам делать? Ну что, я думаю, вот если сличить фотографии от Завьялова и всех иностранцев, которые приехали в страну, предположим, легально, ну, за последние полгода. Вот шансов мало, но иного пути я просто не вижу. Вряд ли агент приехал легально, поэтому шансы минимальные. Подожди, а почему нет? А? Может быть, может. Откуда мы знаем, что у них там в голове? Ага. Тут надо проверить все. Да. Вы Юрий Редман? Да. С кем имею честь? Войти можно? Ну, проходите. Спасибо. Я генерал Назаев. Здравствуйте. Здравствуйте. А чем заслужил визит столь высокопоставленного гостя? Разговор есть. У меня, к сожалению, не так много времени. Вы говорите, я слушаю. Ну, мое дело много времени у вас не займет, если вы поймете все правильно. Постараюсь.
Оставьте Инну Гаврюшину в покое. Иначе... Ну, вот вы по какому делу? Ты понял, что я сказал? Не совсем. Что непонятно? Вы не договорили. Что иначе? Выкиньте меня из квартиры? В тюрьму посадите? Или закопайте живьем? Ну, зачем же мне все эти хлопоты? Я тебя просто удавлю своими собственными руками. Да кто вы такой? Какое ваше дело? Или вы на побегушках у папочки ГБшника? Это не твое дело. Пойми, Инна, родной мне человек. Она, можно сказать, выросла у меня на руках. Но и мне она тоже теперь родной человек. Ты что, спишь с ней? Это не ваше дело. Отвечай. Да я не боюсь вас. Ты любишь ее? Я не обязан вам отвечать. Так вот, если любишь, ради нее самой оставь ее в покое. А сам катись в пропасть. Если тебе так хочется, это твое дело. Но ее ты пожалей. Это я тебя как мужика прошу. Пойми, эта девчонка дорога мне. Если ты не пожалеешь ее, пожалеть придется тебе. Наконец-то! Я уже, между прочим, здесь 2 часа кукую. Вы? Отоварились. Столько продуктов. Интересно, где вы это все достали? Почему вы? Зачем вы? Что вам нужно? Соскучиться. Вы что, не в своем уме? Я просто решил вас навестить. Да, но я не приглашала вас в гости. А я в гости и не набиваю. Ну, если вы не набиваете, тогда пропустите меня, я пройду. Нет. Не сейчас. Мы назначим вам лекарство. Дадим комплекс реабилитационных упражнений. Но, к сожалению, в лучшем случае вы сможете только садиться на постели. Подождите, профессор, может быть, возможно, какая-то операция? Увы. Операция здесь не поможет. То есть вы хотите сказать, что нет никакой надежды? Сожалею, но надеяться можно только на чудо. Спасибо. Значит, мы будем ждать чуда. Послушайте, может быть, вы маньяк, я закричу. Ну, это... Вам это будет совершенно неинтересно. Что вы такое говорите, а? Чего вы хотите? Я не понимаю. Вы понимаете, что я тороплюсь? Я спешу. А вы не торопитесь. Ваш муж ведь еще на работе. На работе? Что вы хотите? А в следующий раз я приду, когда он будет дома. И, может быть, прямо на работу к нему скажу. Как на работу? Что вам нужно? Немного. 1000 рублей. Как 1000 рублей? Да с какой стати? Ну как же? 1000 рублей – такая красивая, кругленькая сумма. Если бы она у меня была, мне не надо было бы идти к вашему мужу на работу. А так я пойду. Я не могу этого так оставить, чтобы какие-то там еврейчики или подлые врачи-убийцы пользовали жен красных командиров. А, так вот оно в чем дело. Это шантаж. Ну, это уж не такая большая цена за
счастье с мужем и покой. Какая-то там тысяча. С одной стороны, конечно, это не 900. Но с другой стороны, это и не 2000. Да, но, понимаете, у меня таких денег нет. Продайте что-нибудь. Пальтишко, например. Или подсвечничек. Можно продать кольцо. Или сережки. Или одолжите. У друзей мужа, например. Или у того же самого еврейчика. Как вам не стыдно? Я вас не тороплю. Совсем наоборот. Как сможете, так сможете. Даю вам 3 дня. 3 дня? Вы что, вы с ума сошли? 3 дня. 3 дня. Результат анализа дает мне право сделать вывод, что причина вашей болезни носит психологический характер. Ну, это понятно. Кроме того, болезнь осложняется нездоровым образом жизни. Злоупотребление алкоголем, никотином, нерациональное питание. Вымываются витамины из организма. И вообще общая ослабленность нервной системы. Но это все поправимо. Кроме того, в результате обследования выяснилось одно очень серьезное обстоятельство, которое мне страшно интересно с чисто научной точки зрения. У меня рак? Да что вы? Да нет, нет, это не смертельно. И потом, я думаю, что в вашем возрасте для вас это не имеет значения. Но вы же не озабочены обзаведением потомства. А в чем дело? А почему есть потомство? У меня дочка есть, 18 лет. Здоровый человек. Никогда, между прочим, ничем не болела. Никогда. У вас приемный ребенок. Кто приемный? Инка приемная. Ах, да, ой. Извините, я что-то перепутал. Да нет, извините, вы можете перепутать так и диагноз мой. А откуда такие сведения? Ну, я же прошу прощения еще раз. Но просто я вас перепутал с другим пациентом. Ну, память подвела. Да вы так можете забыть мой диагноз и как, подложить мне чужой какой-нибудь. Забыть там, анализы или название лекарств. Понимаете, в чем дело? Если у вас в голове вот такое происходит, как вы людей лечите? Ну, я прошу вас, успокойтесь. И потом вам волноваться из-за всякой ерунды тоже вред. Да как это ерунда? Понимаете, вас мне советовали как знающего врача. Я к вам обратился. Пришел как дурак, всю подноготную свою рассказал. Вы меня подводите. Я прошу вас, успокойтесь. Нет, а ну дурацкие вопросы-то идут. Я задал дурацкий вопрос только потому, что был уверен, что у вас приемный ребенок. Так я не понимаю, а почему вы так решили-то? Вы бесплодны. То есть... Я бесплоден, это что значит? Это значит, что вы не способны зачать ребенка. Это же бред просто. Это надо было видеть. Я стоял вот там около пианино, а он уселся вот здесь, посреди комнаты, закурил и сказал мне, что задушит. Нет, не задушит, он удавит, что он удавит меня собственными руками. Прости, пожалуйста, но я думала, что дядя Сережа мой друг. Это же я ему все рассказала. Что ты ему рассказала? Все. И про то, что мы любим друг друга. И про то, что моя мама ходила к твоему отцу. Ой, и про участкового. Все. Кто он такой вообще, дед Сережа? Он на меня так искренне смотрел, что я подумал, что он действительно меня сейчас задушит. Серьезно? Абсолютно. И мне пришлось собраться с духом, чтобы не показать, что я испугался. Так он тебя испугал, да? Да нисколько он меня не испугал. Но он так убедительно говорил, что я испугался. Они, по-моему, все с ума посходили. Я не понимаю, неужели они сами никогда не влюблялись? Дядя Сережа, их! Я его так любила. Любила? А я так подумал, что между вами что-то есть. Ты знаешь, я даже в какой-то момент посмотрел на него, и мне показалось, что он просто влюблен в тебя. Ничего подобного, у нас вообще совершенно другие отношения. Какие? Ну, я люблю его как друга, понимаешь, как старшего друга. Mm-hmm.
Откуда он вообще взялся-то, а? Лучший друг моего отца. А его жена лучшая подруга моей матери, представляешь? Мы дружим с семьями. Значит, ко мне приходил лучший друг ГБшника? Ну, хорошо. Вот тогда такой вопрос. А возможно, что я вначале зачал своего ребенка, но уж потом стал бесплоден. Вы же сами говорите, там нервы, табак, виски и так далее. В данном случае это не имеет значения. Мы с вами говорим об импотенции, а не бесплодии. Да-да-да. Импотенция и бесплодие — это разные вещи. Вы обратились ко мне по поводу импотенции. В ходе обследования выяснилось, что вы бесплодны, стерильны, и что это врожденно. Но я хочу вам напомнить, что это не предмет вашего обращения ко мне. А меня сейчас предмет не интересует. А вот это вот бесплодие, как вы говорите, врожденное бесплодие, этого не может быть. Вы меня понимаете? Нет, не понимаю. Я не понимаю, как может не быть того, что есть, и что подтверждено анализом. А это ошибка. Нет, вы перепроверьте еще раз. Вы же сами говорите, что путаете. К сожалению, тут не может быть ошибки. Такой анализ, как ваш, был один. Другого биоматериала, кроме вашего, просто не было в лаборатории. Его не с чем было перепутать. Я не верю. Я не верю. Тогда все очень просто. Вы обращаетесь к другому врачу, и тогда ошибка исключается. Да хоть 100 врачей. Я вам сказал, что Инна дочь моя. Моя дочь. А мама меня заставляет встречаться со Славиком Павловским. Просто замучила уже. Ну, а почему нет? Для разнообразия. Он такой пухленький, рассудительный, правильный. Знаешь, он мне как-то не очень нравится. Он какой-то рыхлый. Да перестань, он симпатичный. Я же не про внешность говорю. Он, знаешь, внутри какой-то рыхлый. Вот, когда я с ним встречаюсь, у меня такое ощущение, будто меня опутали какой-то ватой. Какой ватой? Такой, что бежать от него хочется поскорее. Чтобы мир вокруг меня снова как можно быстрее восстановился в своих красках, запахах и звуках. Ну, он очень нормальный парень. Угу, нормальный. Вот, знаешь, бывает аллергия на людей. Вот у меня на него аллергия. Ну, мы же творческой натуры. Мы бережем свою девственность. Мы чешемся от общения со Славиком Павловским. Здесь дело вовсе не в артистической натуре, Илон. Просто-напросто я все еще люблю Марлена, поэтому всех сравниваю с ним. Нужно на вещи смотреть проще. Вот ты спала со Славиком? Нет, ты что? Почему? Ну как ты? Ну зачем, Илон? Переспи. Тебя обволакивает ватой, потому что ты не вошла еще в азарт, не втянулась в отношения с ним. Как только ты это сделаешь, ты забудешь про своего Марлена. Ну, это ненормальное. Я и Марлену-то отказала, хотя люблю его. А чтобы с этим? Нет, я... Ты со своей непорочностью носишься как с бесценным даром. Это стало твоим образом жизни. У меня такое чувство складывается, что ты, наверное, в трамвай тоже едешь с каким-то особенным выражением лица. Издевайся, издевайся. Я не издеваюсь, но посмеиваюсь. Я тебе говорю на полном серьезе. Пока ты будешь так относиться к своей непорочности, у тебя ничего не получится. Тебе будет легче общаться с мужчинами, когда ты расстанешься с этим. Нет, я-то как раз считаю, что это наоборот внесет только еще больше осложнений в мою жизнь. Тебя просто запугала твоя мамочка. Ты, наверное, и жить боишься. Ну, переспи хотя бы с Марленом. Заодно отбила бы его у этой девицы. Я не понимаю, какая разница, чья я сестра? Ну, если ты не понимаешь таких простых, естественных вещей, тогда какой вообще может быть разговор? Подожди, я что-то не понимаю. Я вообще не понимаю, что случилось. Ты любишь меня, я люблю тебя. Не это ли главное? А просто все остальное ерунда. Если я что-то сделала не так, прости меня. Как все просто. Мы со своим братцем
манипулировали мной за моей спиной и врали. Ты каждый вечер врала мне. Где гарантия, что ты не будешь врать мне всю жизнь, а? Да что я сказала? Что мой брат летчик, что он служит на Дальнем Востоке. Да что же в этом такого? Да я просто дура была. Ну, врала. Я ведь не знала, что ты не окажешься случайным знакомым, что я полюблю тебя, что ты станешь близким для меня человеком. Неувязочка. Я никогда не был для тебя случайным знакомым. Все это с самого начала было подстроено тобой и твоим братцем. Что подстроено? То, что мы полюбим друг друга, разве это можно подстроить? Ты хочешь сказать, что любишь меня, да? Я в сотый раз тебе повторяю. Я люблю тебя. Зачем ты мне врала? Я не врала. Ну, не врала же я тебе. Ну, просто... Это просто глупая болтовня. Значит, привычка врать у тебя в крови. Да какое же это вранье, а? Боже мой, вранье же это когда с выгодой. А тут мне какая выгода? То, что я оказалась сестрой Коли. Разве что-то изменилось? Я же осталась прежней, такой же, как и есть. Я люблю тебя. Я больше не верю тебе. Я с детства не люблю вранья. Мой отчим всегда врал моей матери и до сих пор врет. Не хочу, чтобы мои отношения с женой были построены на лжи. Все, между нами все кончено. Прощай. Ничего. Побесишься и вернешься. Он никогда не вернется. Слишком поздно, Илон. Да ничего не поздно, все это ерунда. Это можно сделать в два счета. А потом я бы еще посмотрела, оставаться с Марленой или пойти к Славику. Ну, ты действительно считаешь, что Марлена еще можно вернуть? Конечно. Но скажи ему, что ты его хочешь безумно. И он побежит за тобой на край света. Вот ты знаешь, мне почему-то кажется, что он меня тоже не разлюбил. Конечно. Бери быка за рога. Ну, посмотри на себя. Ты красивая, танцовщица из хорошей семьи. А эта девка. Да он живет с ней только потому, что она с ним спит. И все. Когда он узнает тебя, он поймет, что к чему. Тут простая арифметика. Я не знаю, мне кажется, мне не получится. Я ничего не умею. Я тебя научу. Попоем. Ну давай, расскажи мне тогда, как это все делается. Ну вот с чего мне начать? Берешь его за уши и падаешь с ним в кровать. А он падает на тебя. Боже. Ну ты в кино видела? Да, и тут будет мама. Что мне делать, когда она узнает? Слушай, давай убьем твою маму. Я пошутила. Ну и что же нам скажет мама? Мама? Не знаю, на улице, наверное, прогонит. Да. А кем же она будет тогда командовать? Нет, если ты постоянно будешь слушать свою маму, ты навсегда останешься старой девой. О, нет. Только нет. Я не знаю, мне надо решиться. Решайся быстрее, а то поздно будет. Хорошо, я согласна. Делать нечего. Нужно заплатить ему деньги. Я не могу допустить, чтобы наши отношения раскрылись вот таким позорным образом. Да я задушу эту гниду прямо сейчас своими руками. Где эта паскуда? Перестань. Если мы ему заплатим хоть один раз, он поймет, что мы испугались. И будет постоянно дергать нас за ниточки страха. А ты предлагаешь, чтобы он все рассказал Сергею, да? Нет, я предлагаю его убить. Ой, ну это очень смешно, конечно. Ну, не смешнее, чем дать ему деньги, чтобы он шантажировал нас потом до конца наших дней. Учти, 1000 тут не отделаешься. Ну ведь другого выхода нет. Ну что, что, скажи? Есть. Какой? Есть прекрасный выход. Ну? Замечательный выход. Ну ладно, ну что ты, ну говори уже. Ну надо выбить у него почву из-под ног. Каким образом? Надо все рассказать твоему мужу самим.
Ты что, сейчас с ума сошел? Леночка, хватит обмана. Сам Бог дает нам возможность в лице жертвы разрешить, наконец, эту ситуацию. Ну, это я не знаю, это так неожиданно, это... Ну, это такой шаг, мне нужно решиться. Леночка, мы будем свободными людьми. Мы, наконец, вздохнем, мы не будем оглядываться. А если мы ему уступим, то мы будем бояться не только твоего мужа, но еще и соседа. Да, это правда, но... Ну, нужно осознать, я как-то прийти в себя не могу. Ай да жертва! Ну, каков молодец, а? Слушай, я его пойду сейчас расцелую. Милая моя, все, не волнуйся. Надя, это ты, а почему ты к нам не заходишь? Здравствуй, Марлен. Здравствуй, Наденька. Ну, пошли с нами, пошли к нам. Нет, я пришла встретиться именно с тобой. Очень не хотелось бы, чтобы меня еще кто-нибудь услышал. Хорошо, хорошо. Если так будет лучше, давай так и сделаем. Да, мне очень надо с тобой поговорить. Наденька, мне тоже надо с тобой поговорить. Хочешь, пойдем во дворе посидим или прогуляемся, Надь? Ну, нет, давай лучше где-нибудь здесь. Марлен, я пришла сказать, что я не могу больше без тебя. Я вела себя в тот раз как полная дура. Прости меня, пожалуйста. Наденька, ты что? Это ты меня прости. Это я вел себя как дурак, как полный идиот, Надя. Я очень много думала над нашими отношениями, Марлен. И я поняла, что ты, наша любовь, она мне гораздо дороже, чем какие-то дурацкие принципы, которые мне всю жизнь вдалбливала в голову моя мама. Марлен, ты для меня самый дорогой человек. Знаешь что? Если ты еще хочешь, чтобы мы были вместе, я готова. Я согласна, даже несмотря на то, что мы не женаты. Надя, да что ты такое говоришь? Я так счастлив, что ты пришла. Я так соскучился, Надя. Будь моей женой. А? Будешь? А как же та женщина? У тебя же есть другая женщина. Надя, там все, понимаешь, все. Я люблю тебя. Да? Будешь моя жена? Да, буду. Будешь? Конечно, да. Марлен.